Здравствуйте, мои дорогие магнитогорцы и гости города. У меня опухоль мозга, глиобластома, Г4. Это все очень нехорошо. И та же самая глиобластома была и у Жанны Фриски, и у Михаила Хворостовского. Но, к сожалению, таких денег у меня нету, чтобы так быстро справиться. И, к сожалению, придется мне работать рядом с вами. Если вы сильно сможете, помогите мне, пожалуйста. Денег больших мне не надо. Сумма всего лишь 10 тысяч долларов. И мы пободаемся вместе с вами. А потом я уже всем это дело и объясню.